Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Кирилл Шишкин, организатор спортивных соревнований «Силы духа». Привет, Кирилл. Здравствуй, Марина. Кирилл, это уже во второй раз пройдут соревнования. Расскажи, пожалуйста, в чем будет особенность новых? Новые соревнования, конечно же, должны быть лучше, чем старые. Но несмотря на то, что первые наши соревнования прошли очень успешно и удачно, они понравились всем участникам и зрителям и вызвали такой, ну, хороший резонанс. То есть нам многие давали интересные советы о том, как еще что-то внести новое, интересное, но больше все делились впечатлениями о том, как это было интересно, как это было неожиданно, нестандартно. В принципе, для нашего города такие соревнования проводятся впервые. Так вот, по поводу того, что будет новое. Помимо того, что будет, естественно, вся новая полоса препятствий, которая также будет разработана, уже разработана, нам ее только нужно, ну, немножко достроить, так скажем. В этом году будет уникальная фотосессия для прекрасных девушек нашего города, поэтому если кто-то желает просто блеснуть и оказаться на обложки там какого-нибудь журнала или просто хотя бы пока в объективе профессионального фотографа, мы устроим пляжную вечеринку, то есть такую пляжную фотосессию, оборудуем под нее особую фотозону, и к нам приедут профессиональные фотографы, которые именно занимаются фотографированием моделей для вот глянцевых журналов. То есть такую особенность мы решили внести. Я думаю, будет приятно и девушкам принять участие, и зрителям посмотреть на них, на красивых, очаровательных жительниц нашего города. Но сама по себе полоса препятствий – это уникальное такое, да, соревнование, которое в России больше нигде не проводится. В общем-то, формат самого соревнования проводится, ну, в Москве и в Питере, в всевозможных играх, там, «Гонка героя», «Стань человеком». Но наш формат нашего мероприятия отличается кардинальным образом тем, что мы проводим это соревнование на локальной территории. То есть полоса построена таким образом, что за ней могут наблюдать зрители. То есть это прежде всего шоу для тех, кто приедет просто посмотреть. Да, то есть и участникам это дает больший стимул к выступлению, потому что на них смотрят, за них болеют, и реально люди видят, что они делают и как они с этим справляются, как они договариваются друг с другом, как они другу подсказывают, как они стараются сделать это быстрее и правильнее. И учитывая то, что с полосой препятствий они не знакомы заранее, то есть они ее видят только на самом мероприятии. Будет сюрприз. Кто будет участниками? Потому что кроссфит довольно сложное направление в спорте, в фитнесе. И подготовка должна быть определенной, особенной. Здесь мы решили все-таки акцентироваться на весь круг наших горожан, в принципе, которые хотя бы любительски занимаются спортом. Хотелось бы, чтобы люди были просто развиты всесторонне. Поэтому любительский уровень подготовки вполне подходит для преодоления полосы. Естественно, чем лучше вы будете подготовлены, тем быстрее просто она поддастся вам, может быть. Но в то же время нужно учитывать не только силу, не только ловкость и выносливость, но и командный дух, сплочение, возможность работать в паре, в тройках, в шестерках. 6 человек в нашей команде участников. Вот, поэтому наши участники – это, конечно, и коллективы фитнес-центров, это и коллективы всевозможных компаний, которые таким образом прививают корпоративный дух своим сотрудникам. То есть, в принципе, аудитория разноплановая, поэтому, если у вас есть хороший, не знаю, коллектив, вы можете вполне собраться, 6 человек, минимум 2 девочки, и подать заявку, принять участие, просто получить кучу положительных эмоций, адреналина, впечатлений, понять, что это действительно интересно. И вам, я думаю, это запомнится надолго. Куда заявку подавать, напомни? Да, заявку подавать, конечно же, можно обратиться лично ко мне, либо к моему партнеру, организатору Александру Максимову, либо позвонить просто по телефону 51-25-40. По этому номеру мы принимаем звонки, регистрируем участников и объясняем все тонкости, подробности, которые, ну, в общем-то, возникают при подготовке участников. На летнем этапе будет совершенно новая трасса, в отличие от той зимней, которая была в феврале. Учтены все недочеты и проведена какая-то работа, определенная с судейским составом. Расскажи, что это за работа и какие недочеты вы сами заметили. Да, то есть, несмотря на то, что как бы всем очень все понравилось, но мы прям досконально подходили, особенно к людям, профессиональным спортсменам, которые принимали даже участие у нас в соревнованиях, они нам делали корректировки по поводу судейства, в плане того, что некоторые судьи, ну, так сказать, лояльно относились к спортсменам, то есть они могли там сказать, что ну ладно, мол, вот это упражнение все-таки мы вам засчитываем. Чтобы все это было в рамках определенных
условий, который доносится до всех судей. Поэтому мы решили, что на каждом этапе будет стоять определенный судья, ну, либо там на несколько этапов он будет распределен. И то есть он будет контролировать конкретно свой этап одинаково для всех. То есть не будет так, что на одном этапе сначала был один судья, который как-то по-своему может расцептовать выполнение упражнения, а на другом по каким-то причинам судья может что-то изменить, ну, согласно своим человеческим качествам. Поэтому на каждом этапе за него отвечает определенный человек. То есть поэтому будет все достаточно одинаково для каждого. Как вообще получилось, что вы решили организовывать такие полосы препятствий? Откуда пошла любовь к кроссфиту? Да, кроссфит, вообще, наверное, пошла любовь, в принципе, по всей стране, по всему миру к этому интересному виду деятельности. У нас, конечно, небольшое отличие, все-таки это не чистый кроссфит, это командный такой, модернизированный, а любовь пошла просто, наверное, от какого-то внутреннего посыла, то есть и мне, и моему компаньону, партнеру Александру. То есть, в принципе, нравится проводить время в спортивном режиме, да, спортивный образ жизни как-то мы приветствуем, поэтому вот захотелось чисто по своей инициативе. То есть это... такая, как бы такой пример для окружающих, что действительно это может быть, и хотелось бы, чтобы этого было больше, как можно больше в нашем городе, чтобы люди чаще занимались спортом, гоняли на роликах, на великах, там, занимались на спортплощадках. И, соответственно, чтобы их мотивация росла, мы устраиваем подобные соревнования. И, кстати, наши полосы препятствий – это не единственное соревнование, которое проводится в рамках проекта «Сила духа». То есть мы проводим и индивидуальные соревнования по кроссфиту, и впереди нас много предложений по поводу каких-то командных соревнований по мини-футболу и по другим эстафетным мероприятиям. Мы всегда согласны, мы всегда за, поэтому вот будем стараться воплощать их в жизнь, в реальность. В общем, для рязанцев. Но это еще одно подтверждение того, что спорт нынче в моде, и люди с удовольствием занимаются спортом, а вы, в свою очередь, прививаете интерес к здоровому образу жизни. Вот в преддверии, получается, силы духа недавно в одном из фитнес-центров провели соревнования по кроссфиту и оценили, наверное, да, немножко возможности спортсменов. Уже да. С учетом этой оценки трасса будет готовиться или нет? Да, учитывая, что, конечно, мы провели соревнования по кроссфиту с одним из фитнес-центров нашего города, они прошли тоже очень хорошо и интересно, это были такие первые соревнования в городе такие на серьезном уровне, но учитывая, что мы все-таки рассчитываем на аудиторию разную, не только на профессиональных спортсменов, то мы, безусловно, будем учитывать интересы всех и каждого. Поэтому мы видим, что у нас много есть хороших спортсменов, что они хорошо выступают даже на всероссийском уровне, но все-таки это командные соревнования, в котором принимают участие и компании, и люди, которые ну, только знакомятся со спортом. Поэтому все будет доступно для каждого. В общем, вариация будет зависеть от времени прохождения трассы. Ну, помимо всего прочего, это веселое препровождение времени, которое сплочает коллектив. Да, именно так, это самое важное. Конечно, не так актуален, как зимой вопрос, но все же задам его, потому что этим летом погода очень непредсказуемая. Будет ли погода влиять на каким-то образом на проведение? Ну, у нас, то есть, от погоды зависит, вообще ничего не зависит. Uh-huh. То есть, может быть, просто мы накроем нашу музыкальную или шоу-программу каким-то навесом или как-то ее видоизменим. То есть, это все будет сказываться только на шоу-программе, которая будет параллельно идти на сцене во время выступления спортсменов всех участников. А если у нас будет дождь, гроза, град, ураган, это будет еще интереснее, это будет еще необычнее и неожиданнее для участников, потому что это будут нестандартные условия, к которым они, естественно, будут не готовы. Дополнительный экстрим. Да, вот и нам это, наоборот, на руку, поэтому новые впечатления как-то еще больше зарядят участников. Я знаю такой небольшой секрет, что после того, как зимняя полоса препятствий «Силы духа» закончилась, вы сами ее тоже решили пройти, чтобы оценить, насколько она сложна. В этот раз тоже будете потом проходить? Обязательно. Я думаю, что мы обычно ее тестим и даже сначала, то есть до начала самого мероприятия. Первые, кто проходит полосу препятствий, это лично мы, то есть это судейский состав, это организаторы. То есть мы прикидываем тот промежуток времени, интервал, на который могут рассчитывать спортсмены. И, в принципе, помню, что вот прошлый раз мы прошли ее так на уровне где-то места четвертого, то есть рядом с тройкой призеров мы были. Поэтому стараемся не отставать от наших участников. В общем, так что поддерживаем их в этом. Спасибо, Кирилл, за то, что пришел к нам в студию. Я напомню, что если вы любите спорт и хотите весело провести время,
Обращайтесь к Кириллу Шишкину, участвуйте в соревнованиях «Силы духа». Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго!